к зиме готовы или нет. Депутаты Тверской городской думы на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству попытались разобраться в цифрах. На сколько процентов Тверь все-таки готова к вступлению в отопительный сезон? В контролирующие органы поступило более 600 обращений по поводу некачественной подготовки. Там фигурирует 95% по на ту дату, значит, по нашим линии и по линии жилищной инспекции, мы давали цифру 78%. Администрация Твери также поспешила отчитаться о том, что во всех образовательных учреждениях и больницах тепло пущено. На деле без отопления по разным причинам остаются 12 школ, 10 детских садов и 27 медицинских учреждений. Большие проблемы ожидают прежде всего Заволжский район из-за огромных долгов управляющей компании. Перед началом отопительного сезона в главных УК во всех районах города сменились руководители, но ожидаемого эффекта это, судя по всему, не принесло. Как будет решаться вопрос с подключением проблемных управляющих компаний, ясного ответа пока нет. Администрация в кратчайшие сроки принять меры к руководству управляющих компаний по ускорению подготовки жилищного фонда к отопительному сезону и получению паспортов готовности на дома, принять необходимые меры подключение тепла социальных объектов. Кому именно в администрации адресовано это требование, непонятно. В самый ответственный момент подключения жилого фонда к отоплению главный завхоз Твери, глава администрации Валерий Павлов, ушел в отпуск и, по всей видимости, решил уехать в края, где потеплее. Отдуваться, видимо, придется замом. Процент по городу около 90%. Отдельно взятым управляющим компаниям, например, таким как Орша или Заволжского района, он иногда достигает там 35% на сегодняшний день, например, по Заволжскому району. Но это формальная такая готовность, то есть не существует, так сказать, какого-то дома, где мы готовы признать, что отопительный сезон в этом доме не начнется, условно говоря, в дату, когда будет подписано постановление главы. Но допускаю, что в отдельных случаях такие объекты появятся. От вопросов отопления к вопросам подтопления. На суд депутатов городская администрация представила комплексную программу по предупреждению и недопущению затопления районов Твери. Стоимость мероприятий в рамках программы составила 327 миллионов рублей. Сумма для Твери несоразмерная. Огорчил депутатов тот факт, что подготовлена программа была, мягко говоря, безалаберна. В одном из пунктов, где речь идет о грунтовых водах, вдруг всплыл абзац об организации дорожного движения, совсем из другой песни. О ливневке в программе вообще не сказано ни слова. Отправить его на доработку с более реалистичными, соответственно, и сроками, и мероприятиями. Марина Евстрасия, Илья Чечен, РЕН-ТВ, Пилот.